В сентябре сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России по городу Ярцево был задержан 18-летний житель по подозрению в распространении наркотиков. Подозрительный молодой человек привлек внимание сотрудников полиции на одной из улиц города. При личном досмотре в его рюкзаке в пачке из-под чипсов обнаружено 40 свертков с неизвестным веществом, приготовленных к сбыту. Экспертиза показала, что в свертках находится наркотическое вещество общей массой почти в 40 граммов. Подозреваемый, 18-летний местный житель, получил оптовую партию наркотика через закладку, устроенную в Кардымовском районе. Молодой человек сделал 67 тайников в лесном массиве на окраине города и передал координаты закладок работодателю. Оперативники обнаружили все тайники, изъяли содержимое и направили на исследование. Установлено, что в закладках находился N-метилэфедрон общей массой более 27 граммов. Задержанный пояснил, что работал на интернет-магазин наркотиков. Общение с работодателями велось в теневом сегменте интернета. Подозреваемый находится под домашним арестом. За сбыт наркотиков в крупном размере ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.